Всем привет! На канале Мультяшки Познавашки. Загадки о героях сказок. Что за сказка? Кошка, внучка, мышь, еще собачка, жучка. Деду с бабой помогали, корнеплоды собирали. Правильно, ребята, репка. На тарелочке лежал, как остыл он, убежал. Встретил он зверей в лесу, на беду свою лису. Ей попался на зубок круглый, вкусный. Колобок. По первому морозцу, по первому снежку, кто на печке едет, лежа на боку? Правильно, Емеля. Жили братья толстячки, все три носа пятачки. Старший братец всех умней, дом построил из камней. Отвечайте-ка, ребята, кто те братья? Поросята! Что за домик на опушке? Дал приют ежу, лягушке, мышке, зайцу, петуху. Дом с трубою наверху. Из трубы идет дымок. Это домик? Теремок. Отвечайте на вопрос, кто в корзине Машу нес, кто садился на пенек и хотел съесть пирожок. Сказку ты знаешь ведь, кто же это был? Медведь. Этот сказочный герой с хвостиком усатый, в шляпе у него перо, сам весь полосатый, ходит он на двух ногах в ярко-красных сапогах. Правильно, ребята, кот в сапогах. Бабушка в лесу живет, травы, зелья собирает, пол в избе метлой метет, в стопе по небу летает, из костей ее нога эту бабу звать. Яга! Я серого волка в лесу повстречала, и бабушкин домик ему показала. Случилась беда, волк обманщиком был, и бедную бабушку он проглотил. Красная шапочка. Во дворце она живет и все время слезы льет. Ах, как хочет царь-отец плачу положить конец. Царевна Несмеяна.
ждали маму с молоком, опустили волка в дом. Кто же были эти маленькие дети? Правильно, козлята. В детстве все над ним смеялись, оттолкнуть его старались, ведь никто не знал, что он белым лебедем рожден. Гадкий утенок. Стрела на молодца угодила в болото. Где же невеста? Жениться охота. А вот и невеста, глаза на макушке. Невесту зовут. Царевна-лягушка. Возле леса на опушке троих живет в избушке. Там три стула и три кружки, три кроватки, три подушки. Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки? Три медведя.